И мне выпадает... Да! Сейчас она будет без ничего! Монтажер блюрь! Монтажер блюрь! Монтажер блюрь! О, нет! Ой-ой-ой! И доброе время суток, мои уважаемые подписчики! Прямо сегодня мы видим огромный черный багаж Ананетки! Потому что, ребята, это ваша любимая рубрика, в которой мы из Ананетки открываем два одинаковых кастика. Кому падает дроп дешевле, тот снимает минус одну вещь. Ананетка, ты готова? Я готова трясти своими дыньками! Короче, братва, прямо сегодня мы увидим маленькие Анеткины дыньки. Поверьте мне, сегодня будет очень горячо. Поэтому, ребята, прожмите лайкусик, потому что вы посмотрите, что мы будем открывать. Мы будем открывать даже хелпаки. Да, поэтому сегодня будет очень весело. Так, правила рассказал, лайк попросил, вы подписались. Ну что, ребята, let's go! Анетка, выбирай любой кастик. Я Фуриас хочу, можно или нет? Ты Фуриас? Ты реально хочешь? Да, он штука. Он стоит косар, дорогулечки ты моя. Ну что, ребята, прямо сейчас. Так, Анетка, смотри, если ты сейчас проигрываешь, то ты сразу показываешь свою попочку, правильно? Нет, я снимаю одну единицу. Подожди, правила были таковы. Если тебе подать дроп дешевле хотя бы с одного из этих кастиков, ты... Полностью все снимаешь, правильно? Нет, я так не играю тогда. Ладно, это твой кастик, да? Да, давай. Фу, братва, мне так жарко, вы даже не представляете. Ладно, погнали. И Анетке выпадает... Неужто в МГР? Я пиздер пидшарка! Потихо! Косарь стоит, Какой косарик, знаешь, сколько она стоит? Итого, скин Анетки стоит 7.20. Ровно как и Анетки на IQ. Я даже не знаю, что может выпасть дешевле, чем UMP 45 Shark. Анетка, поверьте мне, готовься сразу снимать шмоточку. Ну что, ребята, просто техника легкого пальца. Бух! Изи вин, изи каточка. И прямо сейчас, ребята, мне выпадает M4 Pro. Она, кажется, дороже стоит. Подожди, он дороже или нет? Изи вин, ребята, и мы все ближе к Анеткиным дынькам. Анетка, снимай одну шмоточку. Хорошо, ну что, я снимаю очки для глаз. Это очки, да, это новое поколение очков. Оп! Все, сняла. Мужики, в честь того, что мне жалко Анетку, я сниму свой шарфик. Но если без рофлов, капелла, мне очень жарко. Поэтому я свой шарфик снял просто так. А я по-легкому оделась. Nice. Ну выбирай, ну что ты хочешь. Давай какой-то дефолтный кастик, типа Фейбла. Давай. Хэштег Легаси и Кента ПК снимает 3 одежды. А, кстати, да, мужики, мы... Мать моя женщина, ты че так пугаешь, Анетка? Напоминаю еще правила. Если кому-то из нас выпадает аркана, то проигравший снимает 3 шмотки. Поэтому я чуть не снял 3 шмоточки. Итого, ребята, Анетке выпал скин на 204. И я думаю, я как обычно дам Анетке в ротамбус. Изи каточка. Мужики! Разработчики, что это за подстава такая? Слушай, ну 2 голдишки, это будет изи каточка. Я думаю, у меня еще будет аркана, и Анетка снимет сразу 3 шмоточки. Да ну, я не хочу. Легендарка, да! Да! Снимай! Как так? Вот как так получается в жизни? Дорогулечка, ты моя, снимай! Поясочек. У меня вот здесь был? Какой же поясочек, слышишь? Всё. Я тебе сейчас сниму, Анетка, снимай нормально! Всё. Ах ты хитрый, ну ладно, окей, Анетка, ладно, так уж и быть. Так, ну что, давай в этом раунде Скорпион кастики. Поверь ты мне, у нас очень много кастиков, поэтому, Анетка, сегодня мы твои дынечки увидим по-любому. А может, мы увидим твоего длинного... Питона. Змею. Так, Анетка, давай быстрее говори, что открываем прямо сейчас. Да давай, Скорпион, давай открывай. Буст можешь сделать на этот маленький Старфол. На маленький, слышишь? Ничего не маленький, там нормальный размер. Да не карбон, а Старфол. Блин. Да блин, тебе выпал кардинал Скорбон. Слушай, как ты и хотела, да? Я этого не хотела. И у Анетки скин стоит 7,5 голдишки. Не, мужики, это реально по харду. Ну ничего, поверьте мне, ребята, прорвемся. Просто смотрите, я бущу на рарке, тем самым обманывая кассик. Потому что думаю, что мне нужен рарки и даст мне на зло аркану. Это называется Brain 300 IQ. Поняла, Анетка?
добрый. Да! Стоп, а у кого дороже? Так, у меня 5,99. А у тебя сколько? У меня по 6 где-то. Да ты же прикалываешь, у тебя 7,50! Блин, братан, мне кажется, что Нетка ботиха. Ладно, ребята. Ну 6 он, наверное. В этом раунде я снимаю мою сумочку Дольче Габбана! Да не ври, ты я далеки заказал за 100 рублей. Слышь, Нетка, не наглей. Это я тебя заказал за 100 рублей. Ну что, дорогулечка ты моя, что ты хочешь в этом раунде? Говори. Я хочу, в общем, если мне выпадает аркана, я снимаю и начинаю трясти своими дыньками. А я уверена, что аркана мне выпадет с райвела Касика. Ребята, как вы понимаете, я в последнее время снимаю очень затрат видеоролики. Где же я брал вишку? Конечно же, на полдропщике, потому что полдропщик это топовый дропщик. Тем более, там добавили новый ивент с Крапусом. Ты его колотишь, получаешь ману. Эту ману меняешь на тупой скины, прикинь, это круто. Братишечка, ну и куда без подарочков? Тебе ж нужны подарочки. Прям сейчас сверху на башку ты видишь секретное слово, которое ты вводишь и получаешь очень хороший процент. Вот второе секретное слово, по которому знаешь, что ты получаешь? Бесплатную ману. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Ну что, ребята, Аннетка сказала, если выпадает аркана, она трясет дыньки. Так уж и быть. Если выпадает рарка... Подожди, а если выпадает рарка? То ты трясешь своей сладкой, сладким персиком. Ну ты поняла, чем я, да? До персика нужно еще дойти, понимаешь? Так, Аннетка, давай быстрее, на что пусть сделаем? Да сразу открываем, пустики, они не работают. Техника голимой рарки. Да, ну как? Да! Ё-моё, это габелла, это полная габелла. Ладно, ребята, ничего страшного. Я надеюсь, то, что мы сможем Анетку выиграть. И мне... Блин, у меня по-любому дешевле. Ну давай на всякий пожарный проверим, а вдруг будет чудо. Ну давай, давай. Скин Анетки, 26 голдишки. Дзынь, теперь смотрим, сколько стоит мой. Ребята, и к сожалению, мой скин стоит немного дешевле. Но я не расстраиваюсь, потому что мне так жарко. Я сейчас сознание потеряю, походу. Хорошо. Я думала, ты штанишки снимешь. Я же расстроилась. Я думала, большого питона увижу. А да? А ты думаешь, у меня под штанами питон? Знаешь, у меня под штанами? Да. Я сейчас сниму. Что? Я снимаю штаны! Еще одни штанишки. Ну что, дорогулечки, ты моя? Давай Фейбл Касси. Ты готова или нет? Скажи мне только одно. Я готова, я закрываю глаза, мне всегда так везет. Я давай, не знаю, давай. Так закрываю. Смотрим, что Нитке выпадает. И Нитке выпадает ее любимая. Ого, повезло! Поймался! Так, где выпал Диглецкий? Сколько там стоит? 1,5 голды? 0,42! Это будет легчайше! А, ребята, это будет легчайше, поверьте мне, работают профессионалы. Просто смотрите. Я выиграл. Давай! Сейчас выпадет. Смотри, колонка вообще. Стоп, не выпал 5-7 Tactical. Так, подожди, а что дороже? И в итоге, ребята, мой скин стоит 0,48, а Неткин скин стоит 0,42. И это означает, что Нетка снимает еще одну шмоточку. Я снимаю сумку! Да у тебя еще сумка там! Анетка, ты что там целый секонд-хенд на себя надела? Ну что, леди и джентльмены, мы перемещаемся в следующий раунд. И сейчас я хочу для небольшого разнообразия Rainbow Super Pack'и. Давай, давай. Анетка, я делал буст на твой любимый АВМ Бум и... Да ну блин! Ой, на АВМ Мастер? Нет, на Самурай делай, на Самурай. Ну давай, ну тебе это не поможет, поверьте мне. Поможет, смотри и учись. Смотри и учись! Смотри, учись, Анетка! Киберспорт или я меня называю? И Анетке... Ой, и мне выпадает... Ваша мать, что это вообще законно? Так, подожди. И теперь смотрим. Анетка, ну что, дорожку дешевле. Пожалуйста, только не моя наклейка. Пожалуйста, пожалуйста, пусть она дороже. 13,96! Запомнила? Да. Это мое, а твое? А мое, а вы что? Я запустил кто-то! Мужики, кто запустил? Снимай свои стринги! Снимаю кофту! С бабочками! Подождите, снимай кофту, а под этой кофтой еще одна кофта! Ты издеваешься, блин! Если бы я знала, весь гардероб на себя надела! Скорпиончик! Давай, давай! Пока везет, Анетка, поверь ты мне! Ты прям сейчас снимешь все, что у тебя есть! Карнан. Тебе выпала карнан, а теперь смотрим, что выпало мне. Ой, Анетка, ой, как я обожаю эту рубрику. Я тебе отвечаю, обожаю просто. Мне выпал G2 карбон. Есть шанс, есть шанс. Да блин, Анетка. Давай, тряси
снимаем, ребят, снимаем мои ушки. Алло, бомжетка, выбирай что-то. Я выбираю на твое усмотрение. Давай, выбирай вместо меня. Rainbow Skate Park. Я уверен, мне сейчас повезет. Ну что ж, родная, ты готова? Открываем тебе. Дело будет на твои любимые, рарочки, и мы открываем. Ква-ква-ква. Это что за фигня? Ой, импулечка такая. А теперь смотри, Анетка. Сейчас тебе опять повезет. Смотри, что мне выпадет. Смотри, учись, пока папочка жив, и мне выпадает. Пожалуйста, опять, Ты это видела, Анетка? В очередной раз. Итак, ну что, у кого дороже, кого дешевле, смотрим. Твой скин 113 голдишки, а мой стоит 23, Анетка, снимай. Снимай. Опять я снимаю халатик. Ребята. Ребята, мы уже ближе. Мы еще ближе к Анеткиным дынькам. Я не против избавиться от халатика. Анетулечка, дорожечки, ты моя. Открываем фейбл касси. Анетка, тебе выпадает? Yes. Да блин, когда ты показываешь свой червячок? Слышь, Анетка, ты не наглей про моего червячка. У меня не червячок, у меня огромный питон. Просто смотрите, в легкую. Или называйте меня Пепой, если мне будет что-то дешевле. Ой, стоп, я не тот открыл. Или тот? Да тот открыл. Ребята, тогда хэштег Кенслон. Снимай, родная, снимай. Я не могу, это чисто какая-то подкрутка. Честно, ты связался с разработчиком и сделал все возможное и невозможное, чтобы... Я не знаю, я снимаю эту кофту. Умай! Анетка, дорогулечки, я снимаю эту кофту, поэтому я сейчас буду странно выглядеть. И больше, пожалуйста, не заговаривайся с разработчиками. Ну что, ребята, погнали. Анетка уже хочет снять всю лишнюю одеждочку. Давай в этот раз мой касик будет первым. Вот я не хочу быть джентльменом. Я хочу победить. Давай. Мне начнет вести. Наконец-то. Хорошо, давай. Все, давай. Это первый касик, это мой. Давай. То есть, что выпадает, это мое. Не дальше. Я говорю. 4,98. Ровно какие количество сантиметров тик-така. 4 сантиметра. Анетка, 4,98 у меня выпало. Теперь открываем касик твой. Давай. А сейчас мне повезет. И Анетке выпадает. Да, в Москву. Стоп. А, возможно, я не знаю, у кого дешевле, у кого дороже. Не знаю. 3,60. Да! Что это такое? Это издевательство. Это чистое издевательство. Вообще, тогда я снимаю эти... Вставай, пал на работу, пора, ты чей? Ты рад? Анетка, что-то мне кажется, что продолжение будет в телеге буквально через пару раундов. Я очень рад, я сказал рад. А как ты смотришь по того, чтобы сейчас открыть Hell Паки, которые стоят по 6к каждый? Слушай, ну тут надо по-любому сделать буст. Тут по-любому надо сделать буст. Давай так, если выпадает любая саркан, я снимаю все. Но если выпадает любая легендарка, ты снимаешь с себя абсолютно все. Давай. Хорошо, так первый, смотри, первый хелпак это твой. Анетка, ты готова показать свой огурчик? Огурчик? Давай, 3, 2, 1. И Анетке, внимание, выпадает. Там олдскул был. Дракула! Это очень дорого. Это прям очень дорого, Анетка. Нормально. 1289. Не, хорошо. Нет, реально, это самая дорогая рарка после Раша. Теперь открываю хелпак я. Моя очередь. Давай так. В этом раунде мы снимем две вещи. Две. Давай. Погнали. Теперь открываю я. И мне выпадает... Да! Ладно, ребята. Вы хотели шоу. Я вам его дам. Прямо все сейчас снимаю. Раз! Снял штаны. И давай вторые. Ты уверена? Да. Опа! Тут шорты баскетбольные. Ребята. Меня еще никто не обманывал. Ну что, Анетка, а может мы еще по шайн-паку откроем с тобой, а? Давай. И Анетке выпадает стикер. Бам! Бам тебе по лбу! А что выпадет мне? Мне очень интересно посмотреть, что дороже. А мне выпадает... Блин, а у кого дороже? В итоге мы прям сейчас видим то, что Анетке выпал скин за 9 голдишки. У меня, как обычно, 11,28. Что это означает? Это означает то, что Анетка прямо сейчас себя снимает еще одну одежечку. Хорошо. А ты так не смейся. Снимай я свои кожаные красивые штаны. Умоляю, что там? Монтажер, возможно, придется блюрить. Что там? А я хочу сказать, что здесь АПП! Тут еще
Да ё-моё, Анетка, ты уже надоела! Ну что, ребята, в этом раунде я предлагаю открыть скорпион касики. Я готова, я как всегда готова. Первый твой, первый твой. Сейчас опять какой-то карбон выпадет. Да, банана! Анетка, любишь бананы? Я ненавижу бананы. С этого момента я ненавижу бананы. Пожалуйста, пожалуйста, я сделал бустик, да, на Кэрри Дрэгон, ради меня, выпади. А так нечестно, себе делаешь бусты нормальные, а мне? Давай, эпик. Да, 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 да. Да это ненормальный, просто, просто ненормальный. Я уже самую последнюю году, блядь, это снимаю. Это вообще ненормально. Подожди, под этой, Стой, Анетка, под этой кофточкой уже ничего нет, я правильно понимаю? Ну, тут уже все. Тут уже все. То есть у тебя осталась одна кофточка и одни штаны, и все. Ну, по сути, да. Так, слушай, давай откроем райвел. Давай. Если я сейчас побеждаю 2 из 2, ребят, мы это сделаем. А если сейчас подать аркану, это будет вообще полный разнос. 3, 2, 1. Давай, давай. Давай. Пожалуйста. Это твой. Да, в Москву. Да, это самый дешевый скин, который мог выпасть. Да. Теперь открываю я. Разрабы, я для вас разденусь и скину в личку. Но не хочу, чтобы Пета ПК победил. Мама дорогая. Ой. Фух, ребята, давайте. Мужики. Девки. И мне выпадает просто... Девки. Да. Стоп! А у кого еще есть шанс, еще есть шанс. Не, ну хоть нет шанса. Да! Эмстрибил, да! Все нормально, просто хорошо. Я снимаю с себя штаны. И то есть у тебя сейчас, ничего не будет? Всё. То есть ты сейчас все снимаешь? Да, снизу только одни штаны и все. И то, ну, вообще я буду там снизу прям вся эта. Ну, такое нельзя говорить. А, все, не говори, не говори, я понял. Братва, если у нас прямо сейчас все выйдет, это вот сейчас смотрите, последний касик остался, у Нетки осталось ровно одна кофточка, и все, то все будет тре. Надеюсь, у нас выйдет. Все, то есть у тебя сейчас ничего нету, да? Все, братва. Давайте, прямо сейчас все решится. Анетка, первый касик твой или мой? Давай. Давай, твой или мой? Мой будет. Хорошо. Первый везет. И Анетке выпадает. Внимательно смотрим. Это Анеткин. Прошу, лишь барарка. Да. Прямо сейчас, ребята, мне просто надо, чтобы что-то выпало дороже Вейв, это одна из самых дешевых рарок. Ты готова? Ты готова, Анетка? Я не готова. Все, открывай я. За мужиком, ребята, сейчас будет контент. И мне выпадает... Да, мы выиграли. Анетка снимает все, что у нее есть. Прям сейчас она будет без ничего. Да, вообще-то у меня самое последнее, что осталось, это кофта. Монтажер, блюнь. Ой, вот, раз. Ой-ой-ой, посмотрите, вот ее ноги. Я даже не знаю, как ее это. Ой, ой. О, май, монтажер, блюрь. О, нет! Ой, ты доволен, блин? В это видео! Монтажер, блюрь, что происходит? Короче, братва, продолжение. Это видео будет у меня в ТГ-канале. Ссылочка снизу, пришел, подписаться, родной. За такое крутое видео обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Мы это сделали, мужики! Фул в ТГ. Всем пока.